Звезда дизель-шоу Марина Поплавская погибла в ДТП. В субботу, 20 октября, вследствие страшного ДТП погибла актриса дизель-шоу. ДТП случилось в 6:43 утра на трассе Киев-Чоп. Так, автобус «Неоплан», внутри которого находилось 14 человек, столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Еще четверо участников шоу получили тяжелые травмы. Искренние соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!